программе есть такого рода социальная помощь, как один из пунктов он указан. То есть практически ТОСН здесь выступает как система, которая помогает людям жить вместе, жить лучше. Одни помогают другим, богатые помогают бедным. Свободных и независимых граждан нашего нового демократического общества. Мы надеемся, что все люди обратят на это внимание. В конце концов, для этой последней рекомендации совсем не обязательно принятие каких-либо законов или постановлений. Это может сделать каждый из вас. Просто немножко поменяв свое поведение. И третья часть нашей программы – это уже влияние в самых высших эшелонах власти над созданием законов, законодательной базы, которую, естественно, нужно менять. И тот уголовный кодекс, который мы сегодня имеем, и даже тот, который будет принят новый, он, скажем так, я не думаю, что он все наши требования удовлетворит. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Панин, я сопредседатель молодежной организации «Молодежь за права человека». И сегодня в поддержку нашего губернатора Константина Алексеевича Титова мы проводим бесплатную юридическую консультацию для граждан города и области. Как много желающих? Такую концепцию, как инверсионное мышление у народа. Вообще у людей, в принципе, которые живут в России. То есть то, что белые сейчас, если это плохо вдруг, то есть какие-то, получается, ну, люди не живут так, как им хочется, и в какой-то момент белые становятся черным. То, что было раньше хорошо, в один день становится сразу плохим. И своей основной целью мы ставим подготовку демократических инициатив от молодежи, подготовку лидеров и конкретную помощь человеку. Мы ставим цель, в первую очередь, это разобраться в сегодняшнем дне. Разобраться в том, кто нами управляет, как устроено наше государство, и какое место мы занимаем в этом государстве, как молодые люди. Поэтому председатель клуба Александр Панин обращается к специалистам, тем, которые могут помочь конкретным людям в определенных ситуациях. Нам помогли оплатить, так сказать, нашу поездку и наше тамошнее там пребывание. Ну и вообще, благодаря этой партии, так сказать, мы сможем туда поехать. Я ей очень за это благодарен. И от имени всей нашей команды я, так сказать, благодарю руководителя этой партии. То даже отдавая 15% от 500 рублей, вы, наверное, будете отдавать сколько? 75 рублей. Так что государственный бюджет от этого только выиграет. Есть зарплата, есть будущее, как бы. И на те рельсы, когда нужно самому себя представлять и искать себе работу, очень сложно. И вот яркий пример, вот моя мама, например, ей 50 с небольшим лет, я лично наблюдал вот этот процесс трансформации ее сознания, и я ее как бы в то же время учил. Сейчас у нее уже все в порядке, слава богу. Вот.